Гордей, Богдан, Злата, Агата, Александр. Дарья, мы из Бийска. Глава семейства Меркурьевых Александр называет ювелирное создание своих детей чудом природы. Когда появились девочки, врач сразу сказала, что однояйцевые двойни бывают до 3 раз подряд. И когда была вторая беременность, то есть как бы никто не ожидал, что их 2, а по факту получилось действительно опять 2. Александр и Дарья поженились через 2 месяца после знакомства и вместе уже 14 лет. А барнаульская семья Онеговых-Верещинских в браке уже 17 лет. Детей у нас 5, мы многодетная семья. У нас 4 дочери и сынок. Точка красивая поставлена в нашем деторождении. На вопрос, в чем секрет долгого и счастливого брака, отвечают уверенно. А вот дети вам. Вот счастье. Наверное, все-таки в умении идти на компромиссы. Компромисс, добрые отношения, понимание, взаимопонимание. Слушать нужно друг друга. Да. Самое главное слушать. Слушать и слышать. Эти семьи и еще 38 других собрались на торжественном открытии года семьи. Например, Китаевы, родители 15 детей, единственная семья в Алтайском крае, удостоенная награды «Мать-героиня». После награды, естественно, президентский миллион пришел на карту. Быстро ушел он. Естественно. О мерах господдержки многодетных семей в России говорят везде и всюду. Ведь в приоритете для страны сохранение семьи и традиционных ценностей. Сегодня система внимания со стороны государства, поддержки, заботы по линии социальной защиты, вообще по линии демографии и социальной политики очень мощная, очень комплексная. Но откликаясь на вызовы времени, мы, конечно, еще подумаем и обязательно примем дополнительные решения и на уровне всей страны, и на уровне Алтайского края. Семьям с детьми предоставляют около 30 видов пособий. Ежегодно поддержку получают порядка 270 тысяч семей. Низкий вам поклон за ваш труд, за вашу ответственность, за вашу любовь, за то, что вы вкладываете в детей так много, то, что будет потом на протяжении всей жизни сопутствовать им и их детям. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.